И... перелетел! Да. Разгоняемся и... это кувырок. Да посмотри! Красота какая-то. Всем привет, ребята! Это канал Горюшный Игруш, и сегодня мы играем в GTA 5. И по просьбе одного из наших зрителей мы нашли мини-купер и непростой кабриолет. Зацени, как звучит музыка, это же просто класс! Зато ты не можешь управлять голосом! А ты можешь! Я могу! Кастомная колонка единорожки от Rainbow! Кастомная колонка Rainbow единорожки – это яркая и компактная умная колонка Яндекс.Станция Lite, которая управляется голосом и сенсорными кнопками. Алиса единорожки может подсказать время, включить радио или музыку, узнать прогноз погоды, просто поговорить и многое другое. Динамик на 5 Вт и подключение Wi-Fi и Bluetooth. Колонка Rainbow единорожки порадует любого сорванца или маленькую леди. Ребята, выбирайте свою кастомную колонку от Rainbow по ссылке в описании к этому видео. Да, управление голосом — это просто отличная мега-функция. Так что выбирайте свою колонку по ссылке, которую Игорь оставил. Да, папа, я же тебе говорил. Тогда погнали, ребята. У нас прокачка мини-купера. Хотя он и так крут, я даже не знаю, что с ним сделать. Но голосом нельзя управлять, а я могу. Ну, да, ребята сами проверить хотят. Так, короче, я предлагаю просто перекрасить. Возможно, какой-то мелкий ремонт. Ну, турбинку поставим. Может быть, двигатель прокачаем. Посмотрим. Вообще, мини-купер даже трогать не хочется. Только цвет, все. Ну да. О, видел, как держит дорогу. Очень устойчивая тачка. Вот, кстати, вы знаете, что полицейские красить нельзя. Вот, кто полицейские... себе... Смотри, кстати, задние фонари. Обратите внимание, ребята. Задние фонари в виде... в виде... английского... Великобританского. Флага Великобритании, да. Ремонт. Бронь. А, вот бронь обязательно. Тормоза, да, конечно. Двигатель, да, конечно. Это жесть просто. Так, давай-ка, клаксон. Какой вид просто, посмотри. Сейчас будет еще круче. О, клаксон твой любимый. Фары не трогаем, номера не... окраска, вот. Надо что-то яркое. Мини-купер все-таки тема. Ого. А если бы у него был золотой цвет, мне кажется, ему за точно лямов 5 продали. Давай какой-нибудь кислотный, как обычно. Давай, давай. Ну-ка. Лайм все-таки, наверное, да? Все-таки лайм, наверное. Машинка маленькая, яркая. Давай, лайм. Лаймово-зеленый называется. $400 стоит, кстати, покраска. Зелененький. Ставьте свою оценку. Как прямо огурец. Смотри, расширители арок стоят над колесами. То есть это даже не простая версия какая-то. Это даже не простая версия. У нас еще один заготовлен мини-купер. Лайм, да. И мы сегодня его тоже протестируем. Это GP-версия какая-то. Просто с таким антикрылом. Это мини-купер лайм. Да, да, новое название. Да. Мини-купер лайм. Ребят, поехали. Все, полиция уже нас заждалась. Погнали. Мини-купера у нас, кстати, не было. Не было мини-купера, по-моему, нигде его не было. Мне очень нравится вид, то, что у него прям фары задние. Под флаг. Да, под флаг. Класс, да, я согласен, класс. Но эксклюзивная машина, конечно. И посмотри, как у него глушители. Вот здесь, прям посерединке. Прям посерединке сведены, да, глушаки. Так, ну кто-то бежит уже нам встречу. В сторону! Все. На тебе, ушел. Все, за что, за что? Смотри, опять там кто-то дерется. В сторону, что ж ты прямо под колеса лезешь, господин полицейский? Да. Погнали, ребята. Не видишь, стареет эта машина. Подсекает нас, подсекает. Давай. Везде. Да. Не видишь? Ой! Ты видел, как он выскочил? Че такое красное? Я не ожидал. Красный чувак. А мы задели, наверное, чувака, и от него полилось. Да. Поехали, ребята. Мы не хотели. Зеленый он сам под колеса бросился. Ну, рубино-алмазовый такой. Как аэрография пойдет. Погнали, смотри, какая тачка. Сейчас мы заедем на наш любимый... вот сюда. Виадук, да? Так, вот сюда. А что он бегает-то? Что он бегает, толстяк этот? Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Как она перевалилась? Как она такая маленькая перевалилась? Как вы... А у нас еще колесо пробито. Полиция здесь. Да что вы под колеса лезете-то? Какие-то зомби ходят. Уже да. Второй раз мы снимаем, люди зомби какие-то. Смотри, бегают, что-то хотят. Ну давай спрыгивать, кто за нами? Колеса пробиты передние. Или одно? Пока одно, наверное, да? Ой-ой-ой-ой-ой, автобус нагоняет.
Давай, 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 вот сюда нам. И... перелетел! Да. Интересно, что с ним будет. Просто его разорвало, а мы-то нормально, кстати. И мы еще добавим. Стоять, бояться. Вот так, выходим, а то сейчас нас тоже разорвет. Это плохо заканчивается, когда машина рядом с горящей стоит, да? Да. Это плохо заканчивается, ребята. Смотрим, смотрим, смотрим. Давай, 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 давай. О! Вот еще прыжок. Вот! Мы сейчас заспавнили машинку, которая называется Mini Cooper GT. Посмотрите. Mini Cooper GT. Погнали, ребята. Посмотри, у него другая торпеда. У него другая торпеда. Ребята, посмотрите, она цифровая. Цифровая торпеда. Поехали. Погнали, 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 погнали. Вот здесь давай направо. А, нет, смотри, где здесь прыжок? Где прыжок этот? Посмотрите, ребята, версия какая. Просто офигенная. Мне она больше нравится, кстати, чем кабриолет. Он намного круче, она и дороже. Ну, ой-ой-ой, он еще позже там. А вот здесь сейчас на полной скорости мы разгоняемся и... Это кувырок. Это кувырок. Смотри, еще и выхлоп был в этот момент в прыжке. Жухана. Подкинуло и на колеса встаем. Встаем на колеса. Смотри, даже ничего не поцарапалось, ничего не прыгнуло, ребята. Живет, живет. Живет. Ну вот мне нравится цифровая панель, круче, чем у той. Та попроще была, да? Да. Разгон пошел. Это были шипы! Полицейские шипы! Они пробили все колеса нам, все. Ты видел? Да. Хлопнуло как, ребята. Как мы. Кстати, они полноприводные бывают. Купер, этот, наверное, полноприводный. Капот отвалился просто, еще и фара туда же. А вот сейчас будет интересно посмотреть. О-о-о, красота какая-то. С вертолета здесь задержка. Не, эта серия должна быть у нас просто огненная. И еще и выхлоп при приземлении. Ну просто огонь, ребята. Погнали. Теперь у нас... Ой-ой-ой, кто нападал? Кто нападал? А держится, кстати, смотри. Вождение. Да, 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 вот это... Стрельба такая. А вот теперь самое интересное. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вот сейчас самое интересное. Кто за нами туда сейчас провалится? Слышишь? Да. Выживет? Нет? Как думаешь? Да. Нет, в воду. О-о-о, с огнем и в воду, ребята. И это, похоже, конец. Предлагаю выбирать, первая или вторая тачка. Я думаю, что вторая. Тогда, если вам понравилось... Это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на Игорюшина Игрушина. Не забывайте зайти на мой инстаграм, дзен, ютуб. И до новых встреч. Выбирайте свою колонку.